Вопрос, который тут вызвал некие споры, даже недоразумения и непонимания, это создание небанковской кредитно-финансовой организации, как вы ее называете, Белинкас Групп, которую вы хотите создать, чтобы избавиться от, вы говорите, несвойственных Национальному банку функций. Что это будет за структура? Ну и главный вопрос, не приведет ли это опять к раздуванию численности вот всей этой сферы нашей, не только в Национальном банке. Меня это, прежде всего, волнует, и даже дело не в численности. Вопрос в расходах, в деньгах. Мы должны оптимизироваться так, чтобы государство меньше тратило на ненужные функции. Прежде чем подписывать указ, я думаю, все-таки нам надо обсудить с вами, можем ли мы без нее обойтись, или это действительно очень выгодное дело для банковского сектора в целом, и что это принесет пользу.